Всего было представлено 3 вида автобусов. Все они адаптированы для поездок маломобильных граждан, имеют в салонах камеры видеонаблюдения и автоинформаторы. Панели с бегущей строкой, на которых обозначен маршрут и остановки. На мой взгляд и на взгляд тех специалистов, которые попробовали эти автобусы, они все, в принципе, соответствуют и качеству, и соответствуют комфортности. Я думаю, что каждому сочинцу и гостю нашего города приятно будет увидеть вот такие красивые автобусы на линии вместо тех желтых старых. По словам представителей предприятий, производителей автобусов, эти модели хорошо показали себя во время испытаний на горных извилистых дорогах, которых в сельских округах Сочи немало. Все автобусы оснащены кондиционерами. По цифрам это получается 300 автобусов средней вместимости нам будет нужно, нашим перевозчикам будет нужно обновить, и 47 автобусов малой вместимости. В некоторых автобусах уже они ездят, как, например, марка ГАЗ, да, они уже есть у нас в городе. Окончательное решение, будут ли именно эти модели перевозить сочинских пассажиров, еще не принято. После рассмотрения максимального числа вариантов выбор сделают в пользу автобусов, лучше других, отвечающих требованиям безопасности и комфорта.